Добрый день! Сегодня я решила приготовить из черемухи не ликер, а наливку. Я собрала черемуху, ее нельзя мыть, так как мы будем ее использовать для наливки. Хорошенько помыла руки, и теперь я займусь черемухой. Я должна ее всю перемять. Можно толкучкой, но я пробовала. Плохо переминается, потому что она маленькая у меня, не крупная, поэтому нужно пальцами, получается, всю черемуху перещупать и перемять. Пересыпала ее сахаром и буду делать наливку по старому способу, как раньше в детстве видела, мама делала. Завязываем ее тряпочкой, завяжу. И поставлю на окошко на солнышко. И будет она бродить, стоять дней 20. Как сок опустится, это подымется. Но перед этим я делаю наливку, как виноградное вино. Я точно так же передавила. До 3 кг у меня здесь было. Грамм 500 сахара добавила. И одела перчаточку, проколола дырочку и поставила, как говорится, под затвор. Она у меня будет стоять дней 20, пока перчаточка будет вертикально стоять. После этого мы сольем, и я еще всегда потом доливаю кипяток, сладкий кипяток, чтобы еще снять немного наливки. Да, я забыла вам сказать, что это я ставлю в темное, теплое место, то есть накрываю. А то первое, что вот я делала сахаром по такому способу, я ставлю на солнышко, чтобы оно играло. Вот такое различие между этим. Посмотрим, что будет. Какое лучше?